Привет. Поступила ко мне просьба как можно дешевле сделать ржавое вот такое крыло, хоть картоном залепить для того, чтобы пройти техосмотр. Ну, картоном залепить совести у меня не хватило, но как можно дешевле сделать попробовал. Зачистил ржавчину, чтобы было видно, какие-то повреждения коррозии. Затем обрезал столько, сколько надо. Вот. Но из оцинковки нарисовал арку и сделал вот такую вот детальку ремонтную. Вот так вот ставлю под крыло. Ну и прихваточками приварю. Поршником варить не буду. Вот, приварил. Вот такая штука получилась. И затем зашпаклевал эпоксидной шпаклевкой. Потом простой подтянул. Загрунтовал. Ну и покрасил. Вот такое крылышко получилось. Довольно-таки нормально, техосмотр пройдет, сколько продержит, не знаю. Это, конечно, не лучший вариант работы. Но как просят, так и делаем. С вами был Артур. До встречи. Не забывайте подписываться. Пока.